зная, насколько вам это интересно, поэтому вы, если что, задавайте вопросы. Я, правда, сейчас еще раз скажу, что я думаю, что могут дать шахматы. Сейчас мир стал очень пограничным. Сейчас человек, который пишет блог на Фейсбуке или в Инстаграме, он зарабатывает и имеет больше известности, чем очень хороший писатель, книги которого не покупаются, потому что не читаются или читаются бесплатно в интернете. Сейчас певцы, которые не умеют петь, они, опять-таки, более известны, чем не только оперные, но даже эстрадные или рок-музыканты, которые реально много что понимают в музыке. И в шахматах, к счастью, этого нет. В шахматах тот, кто играет лучше, он всегда победит. И в отличие от фигурного катания или художественной гимнастики, судьи тут не смогут подсудить и приписать неправильные баллы. Если даже шахматист проиграет сегодня, у него хватит упорства и смелости продолжить занятия и таланта, конечно, то завтра он победит. Но завтра это может быть через неделю, месяц, год, три года. А шахматы — это очень длинная дистанция. Конечно, если бы я знал в возрасте 16 лет,